с вами на встречу, а мне позвонил Бернард. Вот у меня очень хорошие были отношения с Карпуковой, и он мне звонит. Я имею телефон его, и вот кончится наш такой удивительная встреча. Я расскажу ему о чем-то, но мне важно, что геоморфологи по-прежнему дружат с геоморфологами. Потому что где-то там корни у меня, где-то печенки сидит Иван Семенович Щукин и говорит мне: ты, мальчик, не забывай, как мы с тобой ездили на Среднюю Азию. Ура! Я еще не напомню, что это было. Да.